Заказал я себе посылку на AliExpress, пищевой лоток, судок с электроподогревом. Стоит этот чудо-девайс $23. В принципе, очень даже мне удобно брать на работу. Электричество у меня на работе есть, хоть я и строитель. Что у нас тут в комплекте? Ложечка. Ложка. Пускай будет детская, конечно. Но ничего. Так, ручка. Открываем. У нас судок. Тут два контейнера. Провод. Один контейнер видно под хлеб. Не знаю, масло. Инструкция на английском, но ничего. Ну и здесь уже что-то ложить. Только, наверное, я думаю, его надо перед этим сполоснуть. Так, провод у нас с американской вилкой. Да, надо сразу выбирать на сайте по 220. Там есть и на 110. Есть и на 12, и на 45 вольт, но у нас же 220, надо сразу выбирать на 220. Тут у нас розеточка. Сейчас попробую что-то помою, сполосну, что-то в него положить, подогреть. Моется он довольно хорошо, я только что его сполоснул. Я так понял, этот маленький контейнер для салата, огурцов, он нам пока не нужен. Подогреем варенички с капустой. Так, закрываем. Тут у нас всовываем разъем. Подключаем. Должен гореть, в принципе, индикатор. Да, горит, но его очень плохо видно. Все, жду. Я так думаю, минут 15 надо подождать. Есть еще сверху для пара такой колпак. Не знаю, как он правильно называется, но чтобы оно не взорвалось случайно. Все, ждем, пока подогреется. Через 15 минут посмотрим. А пока греется, я его пока померяю. На мой взгляд, он немного большой, если брать на работу. Шириной он 16 сантиметров. Высотой 10 и в длину 21. Ну, в принципе, конечно, нормально, но можно было бы сделать его и поменьше. Где-то снизу здесь нагревательный элемент, он уже теплый. Сейчас подожду 15 минут, может и не хватит, ну посмотрим. Так, 20 минут. Это что-то маловато. Я так понял, эту штуку приходишь на работу, надо включать. Уже прошел час. А, ну, горячие. Ну и варенички хорошие. Ну, в общем, ее надо где-то за час включать. Перед тем, как обедать. Или завтракать. Ну, такой термо. Под термо, термос. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал.